Всем привет, дорогие друзья! С вами Ирина Баханова. У нас сегодня новый влог. Это, кстати, Диана. Кто забыл? Мы сейчас покажем вам наши Дианины обновочки с Валберс. Ну, там у меня тоже есть немножечко. Давай показывай, что нам пришло сегодня. Мы, кстати, только забрали. Сначала мне свое сказали показать. Так, это моя доченька любезно заказала мне футболочку. Я сейчас, конечно, ее примерю, тоже покажу вам. Собственно, вот такая вот белая футболочка. Диана, ты не помнишь цену? Да, или здесь написано, должно, собственно, быть. Это, кстати, S-ка размер, да, S-ка. Там нет больше бирки? Да нет, вроде. Не, вот здесь, по-моему, было. А, нет. А, цену оторвали. А, это из B-free, да? Да, это B-free. Ну, не помню, короче. Не очень дорого там. В пределах, наверное, 500 рублей как-то. Так, ну показывай ты. Нет, надо однотипную, наверное, показать, да? Сейчас покажем. Инь-янь. Собственно, она блогер, а я хейтер. Блин, ну тут вот кто блин. Ставит первый дизлайк у меня на канале. Прикольно. Спасибо тебе, солнышко. Пошла мерить. Ты развлекай публику. А че я должна... Блин, большевато кажется. Ну, мне не привыкать вообще. Че не видно? Короче, твое футболок. Блин, надо это отключить. Где он тут? Ой. Сейчас все будет. Оп. И раз, два, три. Вот. И фокусирует. Все поняли. Ну все поняли, да. Включаем свет. Включаемся. Так, ну что, я пришла, и я показываюсь вам. Пришла, о, почему фокус такой сделали. Вот, я уже. А ты пошла мерить? В общем, вот так я теперь выгляжу. В новой футболочке. Не, нормально, кстати. Не знаю, видно вам нет. Я думаю, что видно. Мне нравится. Эсочка подошла идеально. Ну, как по мне. Пишите в комментариях ваше мнение. Как все растрепаны. В общем, вот так. Ну, школа завтра. Классник. Не, вообще, мне лучше смотреть сегодня. Конечно, вау, классно. И правда классно. Прикольно. Что тебе нравится? С предыдущего обзора. Да, это шортики с предыдущего. Наелась, конечно. Прижились просто. Они, да? Притолстела, наела сейчас. Да что ты? Да. Классненько. У кого лучше, пишите в комментариях. Конечно, пишите в комментариях, у кого лучше. Продолжаем. Так, ну что там тебе еще пришло? Я уже показала, ты пока развлекаешь. А, да. Я просто вам хотела показать, что мы купили сейчас вот такую простынь. Я купила на резинке. Трикотажная простыня на резинке. Не знаю, цвет мне очень понравился. Такой кофейный. Точнее, молочный, что я несу. Кофейный, говорю. Молочный цвет. Сейчас у нас, когда я снимаю мотивирующее видео, вы видите, что у нас такая зеленоватая простыня. И вот, теперь я поменяю на это. Но она у меня, собственно, служит как на матраснике, можно и так сказать. Так, Диана у нас уже... Оделась, сейчас она покажет. Показывай. Следующая футболочка. Может просто пониже эту камеру опустить, нет? Ты ее опустишь? Никогда. Ну ладно. Не передвинется. Ну ладно. Лайк тебе ставит. Классненько. Кстати, ребята, вы заметили, что ребенок от меня взял эстафету черного цвета. Надо от этого срочно уходить. Черного. Не, ну ты это мне же взяла. Дальматизм. А себе ты опять черный. Вообще ты выбрал такую. Тебе? Тебе. Нет, ну себе я, это же не черный. Если все вещи черные. Вот я и говорю, что нужно тебе переходить обратно на светлые тона. Мне так кажется. Нет. Я никогда в светлый не ходила. Так, еще покажу вам это из фикс прайс носочки. Я сейчас купила себе. Устала. 77 рублей.
тепленькие носочки. Я вообще не любитель носочков. Ты мне доченька присоветовала, говорит, я? Ну ты же мне выбирала. Какие нет? Ну она там какие-то другие мне советовала. Ну, не лучше. Вообще, взяли вот эти. Собственно, это все сегодня, что мы купили, что нам пришло с Wildberries. Вот такой у нас заказ получился. Пишите в комментариях ваше мнение относительно нашего заказа, понравилось или нет. Но мне футболочка понравилась. И твои вещи вообще классные. Тут нет слов. Не то, что в прошлый раз, да, наш веселый обзорчик, вы поняли. Там немножечко, конечно, было большевато. Чего уж там говорить. Но мы будем с вами прощаться, ребят, не будем затягивать это видео. Спасибо, что смотрите. Увидимся уже в следующем видео. Кто впервые зашел на канал, подписывайтесь. Всем пока-пока.